В Московском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении двоих сбытчиков фальшивых купюр. Узбекистан и Дагестан скрепили свой союз преступным сговором. 92 пустышки номиналом 5000 рублей были на руках преступников в полном их распоряжении. Задача проста – разменять как можно больше бумажек. На момент задержания они успели сбагрить 12 купюр, заработав при этом 47 тысяч рублей. Двое жителей Московской области 14 ноября 2013 года приехали в Рязань с целью сбыта поддельных 5000 денежных купюр. С собой они в общей сложности привезли фальшивых денег на сумму около 460 тысяч рублей. Приехав в город Рязань, эти двое молодых людей ходили по гипермаркетам областного центра и сбывали фальшивые купюры, покупая незначительной стоимости товары, расплачиваясь за них 5000 денежными билетами. Рязанский суд был справедлив и строг к фальшивомонетчикам. Московский районный суд города Рязань назначил виновным наказание Данцбергу в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Даниялу в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.